Мені б, наприклад, було неприємно, коли б я там би ризикував своїм життям, полував би свою кров, а за моєю спиною ті люди, котрі приїхали із Донецька, так, сюди, мутили би якийсь бізнес і навпаки ще б кришували б його. Розумієте, я вважаю це свавілля, я вважаю це варварством. Я поддерживаю вас, так как в городе возглавляю общественный совет и представляю в общественном совете у нас 60 общественных организаций. Я знала о вашей акции «Стоп коррупция». В вашей акции участвовали не только вы, участвовали и другие организации общественные, в том числе и те, которые входят в общественный совет. И действительно у нас тоже очень много накопилось вопросов по деятельности, в частности, прокуратуры. Очень много вопросов поднималось и много не рассмотрено. Я поддерживаю. Были предприниматели, то есть организации, которые имели определенные вопросы, пришли, поддержали акцию все вместе, имели возможность оставить свое обращение, в частности, как Виктор Мартовский отставил свое обращение, имел возможность пообщаться с новым областным прокурором. Теперь мы ждем ответ. Получается, многие организации ушли, остались кто? Хочется знать. Объясняю почему. У нас в городе общественное движение иногда пересекается с бизнес-интересами. Поэтому, когда честные, порядочные люди, идя путем закона, отстаивая интересы действительно горожан, попадают в такие ситуации затем с другими людьми, и нас ассоциируют как балаган. И люди потом не воспринимают. Поэтому мне хотелось бы знать, конкретно какая организация здесь или политическая партия здесь стоит. За и ваше, именно вы, что вы зарегистрировали, какое обращение, на кого, в частности, здравствуй, Денис, в частности, на кого вы зарегистрировали, по какому вопросу и где оно у вас на бумаге, чтобы можно было понимать, за что тут кто стоит. Потому что меня лично не устраивает. Когда людям нужно помочь с тарифами, никто не подключается к этому вопросу. Я больше чем уверена, что пока вы здесь стоите, вы правильно говорите, пока ребята на фронте, за вашими спинами одни коррупционеры с другими коррупционерами договариваются. Понимаете? А вы стоите. Сейчас порешают вопросы, и вы разойдетесь. Нет, была акция, была. Было несколько организаций, было. Сейчас получается непонятно, для чего, кто стоит. Я хотела бы, да. Хлопці, для чого ми тут всі з вами зібрались? Для чого? Ну, дайте, будь ласка, відповідь. Заради України? Так. Ми теж заради України. Конкретно, яке діло, я спрашиваю. Діло, конкретно говорю. Є ряд корупціонерів в органах, правоохранительних органах і сотрудники управління защиты економіки. Вот, эти люди открывают фиктивные дела, прослушивают телефоны безосновательно. Они занимаются поборами по всему Мариуполю. Ряд предприятий, которые они обелечивают. Денис, я хотела бы слышать конкретно. Если я конкретно занималась киосками, хорошо, говорю и у конкретно. Меня есть, одну минуту, у меня есть претензии к действующим прокурорам, то я об этом и говорю. Я хотела конкретно слышать фамилии, есть Перхун, ли у вас обращение. Начинаем. Перхун, мы писали месяц назад, 2 месяца назад, 3 недели назад писали. Так здесь, если люди стоят, они должны стоять с обращениями. Мы если делаем обращение, мы листовочки раздавали. Нет, листовочки это листовочки. Ради чего мы это Любое стоим, обращение чего? Подается, ставится штампик, регистрация. Ну, есть это. Кому это пока? Каждому распечатайте, чтобы он стоял с этим обращением. Для чего? Как для чего? Люди должны понимать. Ну, люди Лично понимают, я им понимаю, рассказали, что почему кто-то мы здесь... за спинами этих ребят сейчас порешает. Нет, потом не порешает. Это все снимется, и люди уйдут. Пока есть люди, я не хочу которые... больше ассоциировать людей, порешает которые кто? Честные и порядочные. Кто порешает? Кто взагалі Одну минуту, решать? Которые честные и порядочные действительно отстаивают интересы граждан нашего города, потом втаптывают грязь и перемешивают со всеми остальными. Кто ходит на дне акции, в чем мы на неправильно вторые? Тут стоим? Не надо бороться с коррупцией или что? Надо бороться Все. С коррупцией. Объясняю факты. Перхун, первое управление прокуратуры, вместе с Резницким, Волноважского района прокурор, занимается сеть магазинов Мегатоп. Знаете такую? Конечно. Вот. С Донецка везут сюда контрабанду обуви и одежды.
Резницкий там на Волновахе встречает товар, решает. Перхун здесь решает вопросы по реализации. Сеть нелегальных обменных пунктов. Сеть продажи ГСМ. Подождите, я сейчас тоже могу так сказать, что кто-то что-то взял. Какие-то факты есть? Ну, да, есть, есть факты. Если все у нас незаконные киоски стоят, люди делают запросы, им на запросы отвечают, что у нас в городе всего, оказывается, нам доносили, а что... вы не знаете, что они крышуют весь малый и средний бизнес? Вы знаете, они, я знаю образно, я за руку никого не поймала. Ну, а нам, поэтому а нам это тоже... передают сотрудники полиции и прокуратуры, которым не безразлично. У меня тоже нашим прокурорам накопилось очень много вопросов. Угу. Очень много. В частности, эти вопросы имели уже ребята, которые представляли с общественного совета, задать эти вопросы новому областному прокурору. И у меня вопросы есть к Перхуну. Я лично ходила к нему со своими коллегами несколько раз на прием. И мне хотелось бы слышать ответы на эти вопросы. Почему незаконные мафы стоят, а люди не могут организовать свой бизнес? Мы задайте, говорим, почему он Кадухины киоски оштрафован вот, и вернул ему за 10 тысяч долларов. Правильно. Вот сейчас, пожалуйста. Вот поэтому мы здесь и стоим. Мы хотим, чтобы мы их сняли с должностей. А вы конкретно, в отношении кто их... что возит взагали? Я так понимаю, взагали? Здесь все дело вокруг обменных киосков. Почему это так? Ну, мне такое вот ощущение... Так вот. Получается, Лидия, что... один у вас прокурор был, теперь за спинами договариваетесь, сейчас все порешают. Мне кажется, что вы сейчас пришли и нас провоцируете. Кто-то вас попросил и осветить это так, что мы стоим тут ради каких-то обменников. Ты знаешь, мы стоим, Денис, тут, меня никогда никто не просит. Ну, я хожу всегда тогда... по совести. Ну, ты не... Так вот и я, Людмила, не понимаю, вы не знаете, зачем? Что... не знаете, чем я занимаюсь, и чтобы я вот это стоял тут и ради каких-то обменников? То, что там говорит по 500 баксов, я с каждого обменника имею? Нет, я хочу, вот чтобы вы здесь сказали, что организации, которые участвовали в массовой акции, они ушли. Кто остался, чтобы люди могли ассоциировать? Осталась организация вашу... «Стоп нелегал». «Стоп нелегал». Да. «Стоп нелегал», какая общественная организация организовала это? ГО «Стоп нелегал». Так и называется, громадская организация «Стоп нелегал». Да. Руководитель кто этой громадской организации? Вот этого видокремного подразделу в Мариуполе я руководитель. А, ну все, теперь просто люди будут понимать. Доводите до конца, мы свое до конца. Мы поэтому и стоим тут до конца, того, чтобы их уволили, этих людей, открыли в отношении них уголовные дела.